Олег, попиздеть. Я понял, нахуй. На Тогда меня показывать, когда ты связанная скидываешь душа дела. бежит, нахуй. Спасибо, А пацаны, нахуй. беги до конца, до ломатели. А мы потом исчезнем. Да, заебись, приключения, нахуй. А я еще кого кину, нахуй. ПВП включим, ебать. Я, короче, сейчас этот момент включу на стриме, нахуй. Как вы там? Да, давай уточним. Все равно пока ебланим, блядь. Не, надо сильных четырех людей, вот вместо этих ДМСеров, которые пока не одеты, вместо ностальгии, жиболта, дудуна. Ну, ждать, мне пока фризит, они. У меня сейчас, когда мы все стоим в куче, мне фризит. Ну, ждать... не то, что фризит, нам тупит она. Ждать... Ребят. Еще раз предупреждаю, у кого фризит там, блядь, вы не подводите весь рейд, вы скажите, у меня фризит, у меня лагает, я, наверное, не пойду, вот и все. Ну, даже ну, если смотри, у человека меня не хватает. Бой нормально, вот когда мы все в одной куче встали, ебануться, пошло. Ну, там, конечно, поставь минимальную графику. Но у меня все на минимум стало. А, все так все на минимум. Там один хуй сервер ебаный, видишь, уебищный лагает, блядь. Мы над лагами это работаем, понятно. Нахуй. Трансмуты, нахуй, только выкатывают в обновы хуёбки, сука. Но я не новая локация. Новая локация. Я могу это в сторонке стоять. Мне кажется, эту локацию включат новую, нахуй. Там сервер будет падать каждые 10 минут, нахуй. Еще и лагать будет, нахуй. Даже без того, что, блядь, раньше где не лагало, будет лагать, блядь. Сань, ты по мане охуеешь, если далеко будешь стоять, босса ну, не бить. Не, банки буду жрать. Тем более у нас это иннеры есть. Забей. Короче, сейчас я у меня стрима не было, сейчас я включу стрим. Ну, еще раз она манна. Короче, демонстрация экрана включил. Вот, без звука будет. Включаем стрим. Так, сейчас где это? Так, вот это. Сейчас мы этот момент найдем. Типа разбор дивана сейчас идет? Разбор дивана, да, заходите на стрим. Так, где эта хуйня? Почему на меня гоните? Я не знаю. Ну, если я кину, но это невозможно. Это просто физически не может быть. Вот, ты сейчас тормози. Это да. Какой-то... Да. Это, наверное, первый трай, блядь. Так, вот. Это сдох кто? Это Дудун сдох, блядь. Это не то, наверное, вот этот трай. А вот, да, Шектор дох. А вот диван видим. Так, нихуя. Смотри, пул произошел. Пролистываем. Так, давай замедление включим, нахуй. В два раза, нахуй. Так, прям медленно все идет. Вот смотри, до укуса 0,5 секунд, да, давай. Так, он бежит кусать кого-то. Вот, чаржится босс. Смотрит, смотри, внимание. На бидона. Почему-то на бидона, да? Почему, хуй знает. Непонятно. А ты пролистни еще чуть-чуть вперед. Так, еще пролистываем. Ну там на него пакт вешается. Наверное, может быть, когда на пакт вешала, она давала. Ну, в общем, а, на кого-то, ну да. Кого-то идет кусать. Сейчас в чате напишется, на кого укус повешался. Так. Вот смотри, укус на мистере. Вот укус на мистере. Вот написала. А потом цель ты. Потом цель я. То есть все заебись. Смотри, вот здесь омен включен. Вот 596к агро никак не может хапал обогнать, кроме таунта, вообще никак. Вот смотри, вот босс идет на меня фактически сейчас. Что происходит дальше? Так, пока все забись, пока идет. Идет. Так, и тут всё, смотри. Он от тебя ушел уже. И тут смотри, просто исчезает. Ну, это Шектор, нахуй, он въебал диван, блядь. Вот. Как я мог сделать? Не знаю, мертвый. Подожди, слушай, я там бафы. Видео. Бафы. Да я вижу, я просто... Ну, я хорошо, не знаю, я не знаю, как хорошо, ты, но это хорошо, загадка. Я кинул, хорошо, кинул я диван, но как я физически мог диван кинуть, когда он меня чисто на кнопке стоит, чел, отдельно. Просто признай ошибку и все. Ну, тебе даже я не его не кинули, кидал. Подожди, физически я его не нету нажимал. Дивана. То есть клавиши. Я работал по рейду, раскидывал шоки. У меня диван не зафиксирован. Диван не зафиксирован. Тихо. Я не подожди, на какую кнопку у тебя? Подожди, на тебе нет дивана. Это пока что нет, блин, потому да что бафов. Бафов видишь, потому что бафов. Пройдут, ну вот давай смотри, пройдут. Дальше замедленную включаем хуйню. Во-первых, смотри, чтобы понять, что нет дивана, что мы делаем? Сейчас смотри, ну, вот вон, здесь. Вон, шарик на тебя крутится.
Шарик крутится. Агра уже нет. Как я на шарик? Не понимаю. Диван не зафиксирован. Да протесты, протесты. Тебе не надо ничего понимать. Ты дал диван, и все. Как ты дал, это уже третий вопрос. Каким-то чудом, нахуй. Диван, во-первых, видно. Каким вот он. Чудом я его дал? Я не понимаю. То есть я его не жал. Никто не я понимает. Я жал в этот момент. Не знаю, это момент. Это тайна, блядь. Но главное, чтобы такой хуйни по КД больше не было, нахуй. Просто факт, все, что ты его дал. Я не знаю, может, у меня клава баганулась. Я хуй. Баганулась, знаю. По-любому. Я так и скажи, баганулась клава, налил чай, налил пиво, что-нибудь, блядь. Я себе нет оправдания не ищу, но я не понимаю, просто мне в голове каша. Я не понимаю, как я мог его нажать, если я рей... Ну, фрейм, а, диван был, вот сейчас диван был реально. Да, все, был, диван зафиксирован. Да, блядь. Он, так я его скинул, он по факту был, во-первых, потому что он сдох, ни с того ни с сего сдох. И это так я тебе говорю, я шоки начал раскидывать. Блядь, да, это... труп, я не понял, да не я повторяй... такой, а как я умею? У тебя не повторяй ты одно и то же. У тебя хилбот, вуду какой стоит? Смотри, я сейчас стрим включу. Да просто скажи. Давай, давай, стрим, включай стрим. Где он у меня? Да хуя, да, что-то стримов? Ничего страшного. Да хули, у меня один только, блин. Не, я думал, сегодня не буду стримить, но я прям на две платформы подрубил, тут контент идет. А по какой причине кикнули? МВП Султан, блядь, пишет. Нахуй он пишет сюда? То есть вы нас... Какое? Тебе какой-то чел написал там в личку? Ну, типа просто чел, ну, условно, мы добираем чел. Ну, да, да. Вот, ну, смотри, вопрос к вам тогда, раз ты это говоришь. Ты его добирал? Ну, я его вчера добрал, да. Ну, и что, типа, я вчера личном скрин скинул, я вчера... Ну, я откуда знаю, с ЛФГ написал, добрал в гильдии. Зайди на мой стрим. То есть мы набираем людей, условно, прям там, ну, хуй пойми, что там у него было в той гильдии. Ну, короче, сами решайте. Я просто не буду больше добирать, чтобы потом мне никто ничего не писал. Да не, не, причем тут ты, ну, писали, во-первых, мне, ну, написал, вот, написал. Вот, зайди, пожалуйста, я просто покажу, но я сижу, это хуйня какая-то произошла, которая необъяснимая мне именно. Ничего необъяснимая. Зайди сюда. Ну, я смотрю еще. Зашел? Смотри, Hillbot, настройки, левые клавиши, нету абсолютно, средние, вообще ничего на нее не ставлю. И это тоже. Это у меня макрос ShockF, у меня макросный элемент, который, ну, шоками я подаю. То есть, да, я Shift не знаю, и правый клик нажимаю, то есть в данной ситуации я пошел, Shift нажал и пошел вас хуярить вот так вот, шоки. И в этот момент я умер. У меня диван, сочетание. Вот он. Сочетание клавиш. Вот, у меня нету там сочетания, он абсолютно без кнопки. Еще раз открой, еще раз открой. F9, еще раз открой, без... еще раз открой. Хватит пиздеть без остановки. Еще раз открой. Давай. Смотри, давай, дальше. Левая. Вот дальше. Дальше. И правая, все. Еще дальше. Нет, больше нет. Дальше опускаем. Кнопки у тебя на мыши, может, есть. Нету. Рассеивание. Нету, я там ничего не назначал абсолютно. Слушай, ну не знаю, ну ты... Просто дал его по факту и все. А как ты его как-то дал? Как-то у тебя очень мало кнопок в хилботе у тебя как-то. Они не дают. А зачем ему? Похуй, уже вот. Так-то не претензию же. Вот я начал работать, я шок начал в тебя кидать, и как-то, блядь, каким-то хуем вот это нажалось. Как? Да убери его с панели. Да и все просто, убери его нахуй. Да дело-то не в панели, блядь. А, да, вот смотри, у меня даже этот боб стоит на G. То есть я его в ручником кидаю. Вот единственная кнопка, в которую я жму. А этот, то есть если убегаем, я нажимаю его ручником. То да есть, похуй, ну, как, блядь, как я тебе шоки начал кидать, просто я не понимаю, шоки начал кидать, мышка дернулась, я хуй знает, как это может произойти, вот это, блядь, физическое. Я понял. Нажаться. Я реально понял. Это, короче, во время реворка редаров баг произошел. Да, мы даже на Сириусе написано. Именно в этот момент это все произошло. Два события, бах. Да, ну, я вот гонил какой-то, ну-ка, я подожди, не понимаю. Если бы я нажал и целеустремленно, да, то это да, окей, я, ну, блядь, я осознаю ступень. Я вижу по видео, что я нажал, но я не мог ее нажать. Смотри, список изменений, пассивная способность. Адвокат залетел прям. Эридаров, пылающее неистовство, была заменена на новую способность неистовства Монари. Пылающий дух Эридаров, идущих путем Монари, не только
наполняет их тела демонической мощью, открывая канал к повелению скверной, но и распаляет их нрав, особенно на поле боя. Шанс нанести критический урон, а также дать диван на МТ 2%. Это я пошутил. Не, смешно, я согласен, но, блядь, сижу, думаю, какого хуя я со мной виновным себя ощущаю в этой хуйне. А нет, тут я по вон видео, вон да, написано, я нажал. Но как это, блядь, она нажалась, вот это, блядь, залупа, вот это кританула, в конце, блядь. Кританула, 2%, сработало. Как она, блядь, могла нажаться? Ну вот так знаю. Вот, видишь. Ладно, давайте, знаете что, давайте МВП Султана позовем в ДИС. Может быть, он нам объяснит, ну-ка. И того пидора зачем Рим, кто мне писал по стриму, потом посмотрю. Ты тут еще можешь зайти в голос и говорить. То пока я не понял, он вашу гильдию кинул или что? Так, сейчас мы узнаем. Пацаны, а можно любые маты, только не вот эти вот на букву П? Просто меня точно с твича, блядь, выкинут. Ой, сори, сори. Негры тоже нельзя, да, произносить? Там, да, там, блядь, политика своя, кто знает, короче, там вот меньшинство. То есть, негров тоже называть? Ну да, наверное. Подожди, ты являешься партнером? Ты что, блядь, ровните? Чел, ты являешься партнером? Не являюсь. Тогда можешь забить хуй. Низкий дура, ебаный. Я на Ютубе, блядь, как-то раз, нахуй, уже повырезал потом, блядь, весь повтор, нахуй. Я причем сам там как давай, блядь. А пока ты не являешься партнером, ты можешь говорить все, что захочешь. На тебя да. Всем. А потом можешь просто реплей не сохранять и все. Так а что в итоге там с диваном-то решилось? Да, а что решилось? А, может быть, мышка лаганула у человека? Я понял, как он дал диван, короче. Это, оказывается, Айновен. Вот знаете, я смотрю сериал Грим, нахуй. Там, ну, челик может видеть то, что не видят другие. Типа, ну, лица монстров, нахуй. Так он также, короче, может. Только он, короче, может, это, телепатически, короче, ну, скиллы прожимать. То есть, ну, ему даже не надо клавиатуру, мышку трогать. Он может просто, ну, сквозь сервер, сквозь комп, нахуй, всю эту хуйню сигналы посылать, вот эти мысленные, блядь. Он просто мысленно дал диван мне и все. Он просто смотрит, что, ну, люди вайпаются на взлетке, нахуй, и думает, нахуй это надо, блядь. Дал диван просто мне, нахуй, просто сдох. А, ну, чтобы, говорит, следующий трай хорошо пошел. Ладно, это вайп на диван. Да, МВП Султан, ну-ка давай включай голос. Давайте, внимание, Султан зашел. Слушай, сейчас будем это рассказ слушать. Валиде Султан. Тихо-тихо, только не флудите, блядь. Султан, ты тут? Подрубай там микрофон. Ну, блядь, говорить не может. А, можешь? Добрый день. Добрый какой день. Какой рассказ хотите? Что еще раз говоришь? Какой рассказ хотите услышать? Мне, короче, челик какой-то написал. Блядь, не помню. Ником какой-то... Санака. Да-да-да. Написал тебе челик, да. Это с моей прошлой гильдии, все верно. Вот, он кто такой? НГМ там или кто? Нет, он не ГМ. Ну, просто участник. А, участник. И ты его конкретно обидел как-то в ПВП там убивал или что ты ему сделал? Нет. Я просто вышел из гильдии. Ну, ты лутанул там объект и подумал, ну, заебал эта гильдия и ушел, да? Нет, нихуя. Извиняюсь за такое выражение, потому что я подохуел уже просто с этой всей ситуацией. Ну, во-первых, РЛ 16 лет меня чуть-чуть там поджег вчера. Ну, я, то есть, просто вышел с рейда. Говорю, доберите. Ну, я понимаю, что для вашего прогресса смешно слышать про ТТГ-десятку, но тем не менее. Короче, вот, траили, что-то траили, он начинает велосипед изобретать. Я говорю, типа, зачем? Типа, ребята уже более-менее начинают привыкать. Ну, то есть он мне начал там, ты нахуй, типа, что-то это, ты что отсюда дохуя ходишь. Вот все вот в таком духе. Я говорю, типа, я услышал, добери человека. Говорю, я это слушать не хочу. Он мне начал спамить, получается, в личку всякую хрень. Ну, не суть важная. Потом начал мне, типа, условно угрожать, что он обидится. Ну, парню 16 лет, я так понимаю, это, типа, с учетом того, что мне в рейды брать не будут. Ага. Я просто вышел и все, написал, забыл ник Вара с вашей гильдии, уточнял у него по поводу РТ. Сам в Красноярске живу, то есть, ну, РТ мне удобно. Это, ну, ты сам, ну, давно играешь, ну, Вов, как у тебя опыт, там нормально все? Ну, нормально. В общем, да. Ну, то есть, на Сирусе, конечно, тут
нововведений много. Не, земляка берем с Красноярска. Да, нет, Красноярск да, наши. Да. Возьмем. Подождите, а с объектом-то что случилось? Да, с объектом. Короче, суть в чем? То есть мы ходили 25-ку, обосрались там, но не суть, кого-то убили. Из наших, ну, объект забрали анролом, отдали мне, потому что там был лок, баллонка, ну, я так понимаю, кому он нахер не нужен, отдали мне объект. Это было, сейчас я скажу, чтобы не спиздеть, наверное, в воскресенье или что-то такое. То есть, ну, а ушел я вчера, то есть я не тупо пришел в гильдию, мне отдали объект, я там находился сколько я на маге-то играю? 10 000 лет. Не-не-не-не. Mm. Понятно, короче, РЛ поджег. Да, я, то есть, ну нахер мне это слушать, я просто вышел, ну, спокойно сказал, добери. Он мне начинает срать в личку. Ага. Ну, после того, как напиздел на меня, то есть, ну, не по сути, то есть, там не за слаг, ничего. Так, условно, не за ГП, а просто напиздел на меня из-за хуйни за какой-то. Что, район какой это... надо? Приехать, письменное объяснение взять, да, гильдия у нас серьезная. Да, я понял, да, на Агропром залетайте, кому там это... Объяснение напишем. Ладно. Ты что, Пригу Гер забрал? Пригу Гер? Ой, это... Обычку? Обычный. Какой Гер? Просто мне челик вот этот, Санака, который писал вам, я так понимаю, он мне начал писать в личку, типа, что ты ливнул? Я говорю, ну ты не видел ситуацию, не слышал ее. Он мне что-то начал писать, типа, ты некрасиво поступаешь. Я говорю, блядь, типа, ну... Я не ливнул, просто типа что-то залутал и съебал. У меня была причина, ну, с которой я не согласен. То есть адекватная. Ну, все, короче, суть в чем, если чувак объект забрал даже не за ГП, то о каком кидалы вообще идет речь? А Санака, это же ГМ Авалона, да? Это не ГМ, это участник. Это просто участник. А, ну просто типа РЛ. Он старенький. Нет, это даже не РЛ. Ну, там тоже типс-то такой, сам по себе. А что для тебя старенький? Ну, в смысле, он там в гильдии давно находится, я имею в виду. Вот и все. Там вот. Тоже тип странный, блядь. Я с ним как-то один раз был, он все подряд ролит, блядь, и нидит, блядь. Уебок, короче. Ладно, этот самый МВП Султан, ну ты это далеко не уходи, мы тебя обратно возьмем. Это я просто, мы, видишь, в рейде сидим, босса траем, блядь, в гере нахуй. И мне челик какой-то пишет, ты должен знать, кого ты там берешь, блядь. Ну я подумал... Ну я понял, что тебе насыпали это... просто шляпы всякой, и все. Я там, поэтому... да, там не столько насыпали, там больше влияет то, что мне... Ну я отмахнулся, грубо говоря, как бы мне рейдим. Ну я понял, да. Он мне, кстати, написал, что типа у меня руки длинные, я типа думал, он приедет ко мне. Я обрадовался. А, он тоже здешний? Нет, я не знаю, я обрадовался. Думал, ну приедет, думаю, познакомимся. Короче, ты назло ему, короче, пойдешь к нам. Вот, мы да не назло, нет, мне удобно, блядь. Я... Ладно, назло ему, я возьму тебя обратно. Короче, я ему насолю, у меня руки длинные. Вот. Ты, короче, оденешься, будешь бисовым магом, будешь 25к ДПС давать. Вот, сначала в обычках оденешься, потом в геры начнешь ходить. Да, и потом вот, этому... Ребята объяснили. Потом этому пидору напишешь, скажешь, ну что, Сака, как а у меня тебя... Он меня шакалом назвал гнилым и в блог кинул, обиделся, ну, типа... А, ну и все, пусть хуй сосет тогда, блядь. Короче, ну, тогда я ему напишу, да. Мы как-то его доверим в рейд, в какой-то, там, соберем 25-ку ссылок одет, оставим ему ссылки специально, доверим его, пускай он сосет хуй из аккаунта. Заходите. Все, короче, я выхожу, мешать не буду. Да, ага, тут ты... слуха, лучше сдавайся, тут реально контент. Тут у нас диваны летят при пуле, всякая хуйня происходит. Затроллите, блять, я так понял. Тут, ебать, эссе на 1000 слов, нахуй, почему я не кинул диван? Тут вообще ровно. Я только что эссе писал, почему я из гильдии с прошлой ушел. Нормальное начало, мне понравилось. Не почему я не кинул диван, а почему это был не я, это не я. Да, а почему не я кинул диван? Короче, в гильдию, чтобы тебе приглас кинули, кому-то напиши сейчас, и в чат рды. Да, без Б, я зайду сейчас, напишу. А пока провисла картинка, блядь. Все, задизморалили меня. Подождите, а там вот на форуме какая-то тема есть, типа, скинуть логи рейда, там, типа, баг какой-то надо скидывать, чтобы они, ну, разбирались или что? Да, если что-то неправильно работает, кидаешь им
есть этот, запись с инста, они разбираются. Нет, в форуме. Да, да, я себе говорю. Мы просто стали забывать, а что по поводу дивана-то по итогу там? Был он или не был? Да был, был только, блядь, как он произошел. Я его... Давайте скинем логи, пускай разберутся. ГМов подключим, пусть они разбираются. Я про что говорю, там же есть ссылка, не ссылка, там какая-то возможность на форуме скинуть логи рейда и задать вопрос. У нас левый диван прилетел. Там лану не принимают, там принимают только синдро и лича. Сука. Повезло, блин. Да, у них есть не только это, там у них есть общий разбор, именно. Если есть какие-то баги, так сказать. Там они не будут смотреть на босса. Диван при пуле, это, ну, это, мне кажется, это баг серьезный. Да. Скорее, а не при пуле был. То есть я это был макрос, который на шоках. Смотри, я вот сейчас сижу, вот смотри, даже вот дальше пулы были до этого. Я же так же его жму, и почему он не срабатывается? Это либо экран дернулся, либо фриз какой-то произошел. Ну, все, что все, я в этот это, пиксель там... тыкнул, да? Инопланетяне прилетели, ебать, а он пролетел тебе диван. Вот, пиздец, вообще, да, хуй. Иди, я понимаю, это глупый случай, но это, ну, хуйня какая-то. Ну, как по глупый случай? Он так и называется, это божественное вмешательство. Ну да. Понимаешь, когда я умер, я такой, что, блядь, нахуй произошло? И, ну, я в шоке был. Ну, то есть, это бред какой-то. Бля, по приколу надо было информацию о смерти посмотреть. Информация о смерти, у него там буквально смерть написана. Я смотрел, я же говорю, у него 100 хп, и он умер, блядь. То есть, нет урона, урона нету. Это был диван, блядь, нахуй. Я сразу об этом сказал, не знаю, чего там все... Я же смотрел информацию о смерти. Слушай, Саша, я тебе сейчас объясню, почему так вышло. У нас Айновый клан пока делал. Он может добавить все, что угодно. Так я тебе говорю, я хилил, я не просто, ну, то есть, я с первого шока улетел нахуй и сразу сдох. То есть я шоки кидал, хуякс, ну, начал в него воиды кинуть, и все, я сразу умер. Я такой, что, блядь, переагр сразу сдох от автоатаки. А оказывается, вот диван. Как это я, блядь, прожал этот диван, когда он, блядь, вообще на панели у меня стоит, это вручником надо жать. Это, не знаю, я тебе говорю, расстояние от фреймов до него охуетительно. Это, не знаю, это как должно лагануть было или дернуться мышка, что она от того конца до туда нажалась. Именно, блядь, в диван нажалась. А рядом ну, я же понял, бабл... Я понял, блядь. Рядом смотрите картинку. С этой хуйней истории. У меня еще бабл, прикинь. Картинку истории бабл. В DC, смотрите, нахуй. Без лишних слов, без воды, нахуй, просто, блядь. Этот, как он... Как Айновен... Как оправдать 100 ГП, нахуй? Да можешь ебашить мне ГП, но я сижу просто в шоке, но не может такого... Ля, у тебя такой хилбот пустой, мне аж, сука, непривычно. Не знаю, у меня все вручником лежит, хуй. Хочешь, я тебе свой покажу? А я знаю, я представляю, что ты там нафигарил. Там можно макросы бахать, делаешь макросы на именно на мышку делаешь. Все, не, у меня можно. Там и сальвы, и сакры, и фридом, и все подряд. У меня это то же самое, только на кнопку. Видишь, у меня на эфке, на джишке там у меня. Короче, мистери нету кидаю. И Эльнурио, блядь. Наводишь все, кидаешь. Мистери и Эльнурио что-то не заходят. Да сейчас я захожу. Помню раньше, нахуй, на классике. Никаких аддонов, ничего. Ну. Просто рейд 40 человек, как хочешь, так и хилишь. Нет, там скрипты были, ты зря говоришь. Там скрипт вбиваешь, показатель ХП. Вот я войду напишу, например, до 70 хилить там чайником номер 1, а после там 80 ХП чайником номер 8. И вот скрипт это дрочишь один, и все это лечится автоматом. Нужный спел выбирается, и нужно это... Классика — это скриптованная хуйня, забей. Там было вообще легко. Кто ну, скрипты мог писать, то вообще легко. Там в одну кнопку рога, блядь, разъебывал всю ротацию делал. Одной кнопкой. И вар то же самое. Не, это понятно. И хилилось тоже в одну кнопку, считай, все. Все показатели именно спилов и ХП баров. Почему они от скрипта ушли именно на макрос? Потому что это читерство в одну кнопку все делать. Блять, ну я не знаю, нахуй, но замен нету. Так, одного нет, да?
Ну, не знаю, что поделать, пойти, блядь, в профа посмотреть или что нахуй, хуй знает. Да, хули толку смотреть, блядь. Чё, блядь? Так, в Дискорде, Эль Нурион. Норик, ты зайдёшь? Ну, вот ходить куда-то надо на 15 минут. Он, типа, может там пару траев пишет. Короче, это самое, чё может, ну его нахуй тогда, да? До лучших времен. Надо посильнее ДПСеров. Надо, чтобы какой-то был рардик там, ну стресс, я хуй знает. Ну да, мы по ДПСу просто не проходим. Ну... Да все мы проходим по ДПСу. Типа мы, у нас первые переходки, у нее, блядь, 60%. Первые взлетки 60%. Ну, нормально у нас все по ДПСу. Просто, блядь, не теряйте этот ДПС, там, момент там всяких укусов, хуюсов, синтека, блядь, надо. Смертей, блядь, еще всякие. Ну, залог. Это и не шлакать. Вот мы стояли сейчас в одном паке, в принципе, нормально было. В одном паке можно попробовать убить. Ну, ну у нас сейчас. Можно, все есть. Но если лагать начнет опять в этом паке. Ты тут, Нурик, еще? Ну, у нас хороший ДПСер ушел. А, вот он зашел. Ну, пошли пару траев дадим тогда. Сумоньте. Там кулак, каску. ТД, ТП. Ну, то, саппорты обновите, у кого закончились? А детей и людей надо, это точно. Допустим, а даже... Это что, это... Недавно, да, ввели вот эту хуйню с попытками? Типа, вот сейчас опять пишет 41. Наверное. 50. Не, вообще это давно уже. Это уже очень давно. Это еще как целка вышла, ну, версия, там такая херня есть. Да-да-да. Вот нам жуй болта, апать надо печеньки. Ну, кто-нибудь кулак даст нормально? Ой, то есть не кулак, каску. Сейчас диваны всем покидаем. У нас даже у мага Уэйя, блядь, 245-я печенька, вон грудь не апнутая, блядь. У Фарла их 3. Чё тебе призом? Сопроты кончились уже. Пока мы пиздели. Вон даже... Есть у кого-то не апнутая. Вон у Пэса не апнутая. И голова, и перчи, и плечи. Только грудак один апнутый. Короче, нам еще фармить ГМХМ, нахуй, и Кару, Гер, нахуй. Мы просто бичи не апнутые, вот и все. У нас не хватает статов. Твинков надо одевать. Да лучше уж мейнов. Твинки это второй рейд. Твинка можно одевать, если он вон... Вот такого, как Шалфир, можно одевать. Потому что он, блядь, в своей биси башит. Нам подбирать, как бы, под классом. Первый состав. Сапроты там чтобы... у кого кончились? Есть это? Надо кому-то еще сапрот? А все, все готовы. По два сапрота брали. Еще 35 минут должно остаться. Давайте 10-й юбилейный победный. Не спульте, блядь, саппроты даю. Сейчас диван кину, блядь. Блин, теперь я меньше на Войда. Подушка. На подушку частицу там варла. Я повешу приколе. Подушка, ты тут? Подушка, у тебя саппрота нет, найти саппротик, зайка. Мы также в кемпе. Давай я поставлю в сторонке, потому что мне нахуй. Слушай, ну я хуй знает. Если что, я подбегу, ну, то есть подбежать не. Короче, надо. Смотри, если сделать игру в окне и маленькое окошко, не будет лагать стопудово. Так ты не увидишь нихуя, но это уж другое. Да, да. Зато лагать не будет. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ебануться, блядь, с кадра побежать. Пиздец лагает нам. Ну, конечно, там 2 секунды, и ты да, уже проебаешь. Денис, смотрим это... сейчас, сука, разываем глаза, блядь. Хурюк. Хурюк. Хорош. Красавчик.
Да сдохнет нахуй ваш красавчик. Чуть не обрыгался мне. Ну это, конечно, стопиться на тенях не надо. Надо пробегать полностью круг почти. А, чтобы по всему кругу разносить. Короче, почему по стеночке разносишь все? Тени смотрим на ком. Эльдурио. Побежал. Пэса кусай. Шалфир Пэса. Эльдурио Притона. Потом по миликам пойдем. Ебать, опять фриз. Хотя похуй. Эльнурио, давай топу укусишь. Молодец, у меня прям бежало, блядь. Давайте, не ебланьте, меньше веселья там, нахуй, на роящейся тени смотрите, блядь. Эть, подвигайтесь. Извиняю, но мне чуть-чуть промазал. Тени, тени вот эти сейчас, эфир спустя них. Смотрим на ком. Его надо спасти. Дудун. Так, протопал и фарла готовим, хуйню свою. Подушка сдохла, нахуй. Тотем трепета, где, блядь? Меня занесло в лужу. Да, я понимаю, блядь. Таит, не ругайся. Эх. Ладно, не буду. Черный передар укус. Блядь, да вы таитец. Бомжи, блядь. Падаемся, нахуй. Ну, уже побежал к прессу. Пиздец. Дрочево, блядь. Я хуй знаю. Блядь, так хуйня. Пиздец. Взятка вот 60% у босса, типа, блядь, ну это нормально. Да понятно, что нормально, нахуй. Вот то, что мы падаем как бичи, это пиздец как ненормально. То, что мы укусы не передаем, вот это залуп. Ну. Пиздой диван не работает. Короче, надо этот... Давай, Геншин, ты будешь это... Хотя нет. Эльнурио... Ты будешь, твоя задача будет диспелить всегда человека, который с тенью бежит. Это вот кто сейчас бежал с тенью, его диспелить. Кто там был, блядь. А Шалфир, твоя задача будет персональная. Диспелить на взлетке подушку. Потому что сработает там тотем, не сработает, ее там занесет в тень, нахуй, это пиздец будет. Я просто маз диспел кидал на рынок. Маз диспел, понимаешь, он не стопроцентная гарантия. Да стой, я переделала тотем. Ну просто там 2 секунды буквально не хватило. Да понятно, все понятно. И так каждый пол. И так каждый пол. Будем спасать тебя. Войт, 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 войт. Короче, тема. Нам надо каким-то ДДшникам хотя бы какой-то части раньше убегать до взлетки, потому что не успеваем разбежаться, пока она взлетает. Давай хотя бы на пару секунд пораньше тем, кто в дальние концы комнаты бежит. Она, смотри, она взлетает, взлетает, и потом только начинается обстрел. Понятное дело, но все равно не успевают разбежаться люди, она ебашит весь рейд просто по 70-80% ебальника. Я, короче, придумал, мы с пола в подушку кидаем диван, и она живет, нахуй стоит. Не, я сейчас этому, Шектору кинул диван, он не выжил все равно. Да тут он снимает босс. Это... Не, она там это, она к зеркалу вешает на диванчика. Через а так зеркало будет на войде, там все нормально с этим, с какого, с Лингреном. Типа вот, смотрите, я, короче, вот она фиряет, я успеваю нажать, скинуть фир на Варю, побить босса еще секунд 5, потом и убежать потом в другой... она начинает обстрел. Потом делать. Она только начинает взлетать, нахуй, я успеваю убежать в другой конце, в другую концу конца. Ну, блядь, конец комнаты, нажать достойку, нахуй, занять позицию, чтобы меня рядом со мной никого не было, блядь. И вы хотите сказать, этого времени, блядь, недостаточно, чтобы срабатывал ебачий ебучий тремор, блядь, вывел людей из фера, и они смогли разбежаться? Ну, у тебя не лагает. У тремора тик раз в 3 секунды. Этого достаточно. Я ж тебе говорю, я успеваю, блядь, снять фир, побить босса, блядь, после этого она взлетает, и только буквально там, ну, проходит 7 секунд с того момента, как она фернула и как она начинает плеваться. А тремор срабатывает 3 секунды, типа. Подушка сдохла. А если ты в лужу забежал в эфире, то не работает так. Подушка сдохла в луже, а не от рейнджи.
Не стойте рядом с лужем. Вы же видите, где он служит. Какого хуя вы вообще находитесь перед фером рядом с лужем? Ну, типа, хорошо, смотри, лужа находится рядом. Умер от лужи. Лужа находится рядом с лестницей. Вот она... Этот прям целенаправленно побежал в лужу. Ну да, бывает такое. Это магнитная тема. Тебя просто магнитом видишь все время. Такие. Не ты одна. Короче, Шалфир, ты спасаешь эту подушку. Ну, Нурио там этот маздиспел даст. Шаман-суицидник. Смотри, вот у нас в трех пати есть шаманы с трепетом. Вот в пятой, ну, подушку персонально спасаешь, в пятой. Еще важно, что у тотемов трепета есть рейндж. Они вот тут в центре должны находиться. Вот когда вы их ставите, все три шамана. Диспелить. Ну, первая пати не сдохнет, там танки, там челики жирные, они не сдохнут. Можно еще этого ностальгию диспелить. Но третью пати. А, нет, не третью, эту. А в какой пати у нас? У нас 4 шамана. А, ну получается, блядь. Я не знаю, ну диспельте. Это тоже. Лингрен там, помогая на взлетке диспелить, ты все равно нихуя не делаешь. Чисто диспель людей, эфир, как, до кого дотянешься. Ну, хотя, блядь, ты сам в эфире будешь. А, ну да, ты сам в эфире. И персональное напоминание на стресс, ой, на стрессу, блядь, ностальгии, не стоять рядом с хилами на взлетке. То я чуть не умер там нахуй. Качайте все андебов, эфирем будете скинуть. Давайте, может быть, вас по сторонам света распределим, а то места нихуя людям не хватает. Ну, давай, вот в звездочку пускай, ну, в эту сторону ставят. Сколько у нас там? 3 лока. Ставьте телепорты сюда. Только, ну, друг от друга вот это. Когда, ну, тебя не так вынесите. Вот тут вот 3 телепорта ставьте. Когда взлетка, вы сюда апортируетесь, отсюда бьете. Допустим, маги. Маги. Я шпилей подальше. Маги, допустим... Что, починиться не хватает? Маги, допустим, вот это ваша сторона. Со стороны кружка вы собираетесь. Кто там еще остается? 3 шипешника тогда со стороны этого ромбика собираются. 3 шипешника. Ну, ну а совы там сами себе ищите. Место вы скиллованные, блядь. 2 вот. Моста зашел в игру сидеть. Можно кого-то поменять. Давай. Сейчас кого-то свичнем. А кого нам свичнуть? Проще кота, наверное, да? Ностальгию, да, сразу, да, блядь, да. Не думая. Ностальгия, это только необходимо. У нас кота тоже надо подключить. Там пока вот это там свичи и это все такое. Минутка две есть. Он говорит, на пару минут зашел. Ладно, продолжаем так тогда. Он там говорит, на пару минут зашел. Все, проверка. Короче, ищите себе сторону света, нахуй. Набирайте рейндж, нахуй. Вот видите, по итогу надо думать, а там да. Сразу менять, бездумая, там что-то бах. По итогу, видите, думать надо. Менять, не менять. А он на пару минут зашел. Опа. Да я чё? 5, 4, 3, 2. Чел, это ты стоишь рядом со мной, а не я рядом с хилами. Тебе так, чисто да, заметочка. Все, все. Короче, ностальгия, ты съебываешь от всех и стоишь на рендже. Да я поездку по мне. По Эльнори, если есть возможность. Служи, выйдите. Че, лужу под боссом? Говорю, лагает, бля. Там сзади чуть-чуть. Ну, ну да, насрали. Ну, с правой стороны встаньте. Шалфира укусишь.
слышал эфир Пэса, ну, либо Спирита. Тени, 2 секунды. Мистери. Рядом с той лужей... Двойной дамаг. Ой... Двойной дамаг, я рядышком нёс. Подикон, резь себя быстрее. Подикон, резь себя. Пулбав, каску, апа, пистобав. Рядышком, нахуй. Вот по этому челику Геншин Диспел, Шалфир по подушке. Нихуя, это еще надо озвучивать. Сейвы готовим. Секунду до укуса. Песа, ты где? Друиды, спокойствие. Кусай кого-нибудь уже, похуй. Сейчас, блядь, превратишься в вампира, блядь. Ты укусил кого-то? А, укусил он... и умер. Да, заебись, я не буду это бить, нахуй. Нахуй это надо, блядь, в 3 укуса. Вместо 4, блядь. Не в геометрической беги, прогрессии вырастают. Ложитесь, блядь. Тени забегайте. Песа, в ромбик иди, когда взлетка. Бля, сорян. Дело не в ромбике, ты вот смотришь, укус на тебе остался там 5 секунд. Он у тебя должен быть выбран, ты его убираешь. Там еще секунд 10 было, 15. Вот, ну и ты смотри, блядь, ты его выбрать должен, побежать за ним, где он, блядь. Ну там вся пехота побежала туда, я думал, блядь, ну туда точно палево бежать, потому что 8 метров не надо, и был возле кружка. Видите, блядь, этот босс, нахуй, вот он вроде бы простой, только на простых вещах, вот, выбрать человека, там, не обосраться, блядь, подбежать к нему, куздать, это несложно сделать, просто это надо делать, это факт. Для вас это сложно пока что. На самом деле это не должно быть сложно. Цифр вроде хватает, блядь, вроде траемся. Я не знаю, нахуй продолжать дальше, нет. Пизду, блядь. А не, сейчас убьем. Давайте еще вот сколько там, 20 минут, пару траев, да? Короче, давайте, нахуй, ну... Дровист, один трай. А, ну, давайте один трай. Давайте один трай, сейчас сдохните и все. Бля, чё вы лежите постоянно? Бегите. Мы тратим еще 10 минут на то, чтобы вас поднять. Ну, мана кончится, особенно у каких-нибудь танков. Ну. Короче, ладно, я не буду это бить. ЛК камни, действительно. Давайте, блядь, в другой раз как-нибудь. Люди, которые играли, нормальный ДПС давали, одеты были 260, и они перестали играть. Поэтому давайте, 1000 я дал, ЕП, сегодня все. Что у нас? Ну, в РС Гер я хуй знает, есть смысл идти, нет? Давайте уберем РС Гер тогда. Пойдем Ульду завтра. Давай Ульду поставлю.